Я предлагаю позвать на эту сцену следующих участников. И это будет мясо. Потому что я знаю их обоих. Одного уж точно, это Паритон. Это слажено. Паритон! Господа, что в таких случаях делается? В таких случаях делается... Пошуми! Паритон, давай на сцену, потому что папа тебя ждет. Магазин Бруклин хочет оценить вместе с судьями, кому вручить мега подарки. Я не вижу, кто мне махает. Сообщили, что Паритон курит, тогда и твой дружище. Я попрошу тебя подождать, мы пригласим не менее. О, друзья, я хочу позвать на эту сцену Рассела, того самого, который просто всех убил своим сердцем, и его противника Сталлоне. Сейчас будет мясо, я вам отвечаю. Давайте, парни, потому что там у нас... Мы Зиммер, одного не ждут, ее поехали. Представляю, участников, и мы бьем. Кто? Кобра? Сталлоне. Да? Тот самый Сталлоне. Ну ладно, ты успел, хорошо. Да, успел, ладно, у нас не получилось. Парни, давайте не будем тянуть, давайте активнее, вот без этого. Да, вот, не получилось. Питерская рэперская тема. Быстро, давай, поехали. Братан, стопит. Сталлоне начинает. Пускай за окном не настана, тучи за... Короче, всем привет, кто сегодня пришел. Спасибо Степу, спасибо всем организаторам. Спасибо всем, еще раз вот попик проебал момент, сейчас начну, да? Пускай за окном не настана, тучи затянули скай, как меня новый план. Времена без забываю. Узнал, стал, как сталь, я создал себя сам. Небеса над головой, под ногами лишь асфальт. Я иду только вперед, лишь шагу назад. Вижу по глазам, ты нас узнал. Давай, брачу, по газам, прокачаем зал. Мир всем, кто нас узнал. Давай, брачу, по газам, прокачаем зал. All this motherfucking weed, all this motherfucking cold. That's all I need, that's all I want. That's all I need, but I didn't really. My rhymes like I cause they are brilliant. One life to live, I tend to see. My conspiracy, my will, just all my seeds. Never seen dogs like this. Never been hood, never rich. That's the final death case, I never repeat. This is how we live, okay, what's the same fear? No need to compete, my bitch is weak. Господа, аплодисменты, чуваку! Да, он оскорбил на английском языке, которого я не знаю. А сейчас я хочу, чтобы Рассел сделал свое мясо в своем стильке, как обычно. Поддержи. Дружище, давайте поддержим Рассела. Как меня уже слышно? С самого начала. Как меня слышно? Потеряли долг и честь. Кому-то 40 лет, а я считаю только 6. Я всю жизнь я потрахал и забыл. Я не привык ждать подарка от судьбы. Весь мой
Мой голос отправляется к Сталлоне, потому что, почему? Потому что он положил свой текст под этот бит гораздо больше, на мой взгляд, вписался, чем у Рассела. У Рассела тоже очень классная подача, мощно все, сильно, стильно, но вот именно то, что влился в ритм, мне понравилось больше у Сталлоне, поэтому Сталлоне. В паре Рассела и Сталлоне я проголосовал за Рассела. Рассел отличный участник, отличный MC, хорошо продемонстрировал свое мастерство под инструментал, который ставил DJ Spot. Я от него не ожидал такого мастерства. К сожалению, Сталлоне не написал по теме, и я никак не могу прокомментировать его выступление. Баттл был посвящен 40-летию хип-хопа. Заданием справился Рассел. Мир. Третий баттл. Сталлоне и Рассел. Я отдал свой голос Расселу, потому что тоже человек такой был очень целеустремленный, напористый. И меня вот он поразил больше, чем Сталлоне. Плюс, конечно, любое упоминание в тексте «Папы Гуся» на меня сразу воздействует, и я дополнительно ставлю полбалла. Рассел, с победой!